Заводит? Когда она заводит? А ты почему сразу не взял? Он закопает сейчас. А немножко дала. Так быстро. Белочка закапывает на орешки. Она закапывает. Красивая, да? Да. О! Вот, отгнала от Влада, когда увидела, что голуби едят. О, она все крышит. И чтобы не сломали, главное, она же кушает. А то еще из картошки идет. Она любит еще вот такие люди. У нас я немножко такие посидела. Лиз, пусть она с этими... Она он их зарывает, не ест. Сытая? О, как летает! Белка куда ускакала? На дереве сидит. Он видит, на дереве орех ест. Да, спокойно, чтобы к ней никто не приставал. Держится так аккуратненько. Аккуратненько держится так. Да? Лиза, Лиза. Да я не белки, а голуби. Да голуби это не едят. А почему голубь как доклювал? Доллары платить надо. А почему, когда он клювал голубь? Надо платить доллары, хотя бы орешков. Мы орешками вон ей, вон. Мы ей какие орехи даем. А то это фотографируем. Молодец, молодец. Видишь, как она орешки он любит? Молодец. Она их прятать сейчас любит она, больше. Да, прячет, она зарывает. Смотри, а потом возвращается. А какая фигня. Она китрющая, папа, да? А почему, когда голубь клювал, почему? О, как Маруся, да? Почему, ну, когда волк клювал? Почему? Ну, потому что голубь тоже есть хочет. Видишь, он хотел только попробовать. Видишь, она их гоняет. Тихо. Под машину-то не бегай. А то тебя задавит белка. Потому что уже сидит белки, да? Больше. Больше? А вы с мамой видели? Нет, мы туда не ходили.